Смотрите, вот здесь лента идет, если кто с чемоданами идет, чтобы спускать сумки тяжелые, чтобы не таскать. Ну, вот так вот подземный переход выглядит. Сейчас мы направляемся в центр города. Посмотрим, погуляем. Народу, конечно, очень много, да? Я иду, сама с собой разговариваю, Саша меня не слышит. Шумно сильно. Отключаюсь немножко. Так, ребята, вот так Бангкок выглядит внутри. Прогуляемся сейчас. Здесь кафетерии. Да, сейчас, наверное, зайдем, кофе купим, да? Посмотрим. Ребят, смотрите, сейчас по кофейку себе возьмем. Назад я не повернусь. Здесь булочки продают, все, билеты, брючин и все. Вон, видите? Так, ребят, вышли мы с этого, взяли себе по кофейку. Идем дальше в сторону центра. Так, маску бы мне снять, на пить-то как-то надо. Маску-то как-то снять, на пить, на, чтобы попить. Да, горяченькая, очень даже. Че, поехали по ступенькам, а то я кофе пью. А тут тоже подземный переход. Пойдем по экскаватору. Да. Я слышу. Тут магазинчики вон какие-то. Сейчас пройдемся здесь, посмотрим, что тут. У нас целый день еще впереди. Саш, у меня что-то крышка открывается. Дай мне салфетку. Так, ребят, кофеек мы попили. Смотрите, какая здесь красота. Теперь жить можно. Какие здесь диванчики стоят, чтобы отдыхать, садиться. Ну, вот такие плакатики тут. Смотрите, рядом все. Классненько. Че, куда идем? А че мы опять в эту сторону идем? А, там мы были. Что-то у меня ориентации ноль. Потерялась я. Голуби тут летают. Вот в эту дырку залетают. Видите, сверху. Идем наверх. Здесь такая красота. Носи зонтик, Саш, в руках, чтобы дождика не было. Смотрите, все-все реставрируют. Немножко капает фонтанчик какой, да? Еще и с подсветкой. Угу. Ну, идем, идем. Куда, сами не знаем, идем. А? Ну. Вон. Теперь идем Рихтунг. Церковь. Саш, ты знаешь, сколько она высота? Я знаю. Самая высокая в мире. 161. Да. Туда наверх забираться можно, на самую шпицу. Да, но туда 700 чем-то лестниц. 768, по-моему, или 786, что-то такое. Да. Не так-то уж и просто. Телевидение. Смотрите, такой центр.
Здесь типа как фу-зона. Не типа, а фу-зона. Пошли. Пройдемся, посмотрим. Магазины. Кстати, сегодня все открыто. Сегодня суббота. У нас два выходных, Саш. Че, дождик, да? Давай я с этой стороны пойду. Или наоборот с этой. Чтобы тебя слышно было. Ну, чтобы тебя слышно было. Вот такие скамеечки. Такие скамеечки тут стоят. Убрали все, да, подушки из-за дождика. Все сидят, завтракают, и все в хэнди смотрят. Кауфхоф большой. Витрина. Ну. Да, дождика пока вроде нет. То он есть, то нету. Непонятно. Макдональдс. Собачка какая бежит. О, вон! Игрун сидит. Дудуна нету сегодня. Сидит, играет на гармошке. Хаунд М. Здесь Кауфхоф и Альди. Ну, я не хотела большой зонтик тащить. Саша, у тебя классно получается. Что, давай вместе потанцуем. О, ты маску сняла, мне даже не говоришь, а я в маске иду. Ты уже в маске давно какой не носила. Соскучилась, ну. Смотрите, дедушка сидит, играет. Ну, когда я подойду, Саш? Ты из-под зонтика не выходи, да? Ну, молодец. Под крышу, да? Молодец. Играет. Народу много, да? Нет, здесь хорошо под крышей идти. Вообще классненько. Да. Так быстро сразу стало это. Холодно. Ой, боже мой. Люди сидят везде, везде. Там фонтанчик какой-то. Фонтанчик? Ветер. Угу. Ветер дует. Дует, дует, Саш. Дует. Смотри сразу, сколько листьев валяется, да? Осень. Непонятно, какой-то фонтанчик. Да. Прохладненько. Малость. Малость? Да. А вы наливайте себе чаек, садитесь поудобнее на диванчик и с нами путешествуйте. И грейте за нас. Ну, не говори. А мы идем в сторону собора. Да. Только булочку купи, которая совсем не, не булочка, да? Здоровый образ жизни, да. Не ппшная. И тебе даже кофе в гратис дадут. Ну, как в подарок. Очень красиво здесь в центре, да? Громче говори, я не слышу. Тоже она как реставрируется сейчас. Ну да, как всегда. Леса стоят. Ну, как всегда.
Смотрите, здесь Дуглас. Какое здание? Оформление какое здание? Старое. Красиво. Здание. Ну. Старые постройки. О, там какой-то это. Ярмарка какая-то. А, кстати, да, здесь по средам и субботам ярмарка проходит. Вот так. Так что сегодня суббота и ярмарка. Сейчас пройдемся, посмотрим. Пицца продают. Что продают? Пицца. А, пицца. Вот что такое. Видите, даже у нас вешают в кафетериях везде вот такие одеялки. Если ты приходишь, садишься на улицу кушать, если можно прохладно, укутаться. Можно укутаться, посидеть, чтобы тепло было, но на улице кушать. Я считаю, это даже очень хорошо. Кто-то хочет обязательно на улицу сесть, вот да. Садиться. Саш, смотри, какие дома. Классно, да, в ряд так стоят? Слушай, а? Это как будто это где такие, по-моему, в этом, да? Где, в Дании или где такие постройки? Не знаю, классно, да? Шведы, вот, шведы. Вот такой базарчик тут. Сейчас... Подожди, я. Смотрите, сколько винограда, банана. Ойра килограмм. 2,80, 2,20. Ну-ка, я пройду здесь. Смотрите. Инжир, ананас. Как их, миллионы? Господи, дыни. Даже клубника продается. Инжир. Черный вон, и зеленый, гранаты, авокадо, киви. Все есть, все. Все, что хотите. С этой стороны вон продают в пачках разные чаи, травы. Ну, цены, наверное, я показывать не буду. Ну, они сверху висят. Если кому-то интересно, приблизьте, посмотрите. Здесь вот капуста, зелень, овощи продаются. Яблок очень много. Ветер какой сильный, да, все летит у них. Здесь колбасы продают. Видите, в холодильниках салаты, колбасы. Цветы, смотри. Сколько цветов продают. Ой, какая красота. Пойдем, подойдем немножко, посмотрим. Ой, какие красивые девчонки. Саш, какие у меня самые любимые цветы? Маска. Да, молодец. И дети тоже знают. Гербера. Ну, они ромашка называют. Самые-самые мои любимые цветы. Гербера. Очень мне нравится. Саша, держи зонтик. Мы тут вот пошли подойдем. Смотрите, какие овощи у них. Такая зелень. Свекла. Мне кажется, на зонтик убрать. Взлетим. Ветер какой ужасный. Хризантемы, смотрите, сколько хризантем много. Скоро будет это в Ларе хризантемы, воха или как она называется. Надо съездить как-нибудь. Саш, тебе не холодно? Вообще такое ощущение, как будто зимой. Ребят, смотрите, подошли к собору. Вот так он выглядит. А его что-то закрыли сегодня. А он что-то закрытый. Смотрите, как прикольно. Может, с другой стороны, Саш? Может, пошли посмотрим. Пойдем. Пройдемся, посмотрим. Смотрите, здесь сыры разные продают. А, вот. Открыт. Пойдем, зайдем. Ух, какой ветер. Вы себе не представляете. Так, камеру сюда нельзя. Подожди, это фотоаппарат?
А камеру можно? Наверное, нет. Ну что, ребята, заходили мы в собор. Нам сказали, что там что-то идет. Что там идет, Саш? Служба идет, да, какая-то. И он сказал в 11. Короче, это где-то через полчаса мы можем прийти. И он сказал, можете снять внутри. Я у него спросила. Смотрите, какая красота. Что можете снять. Так что пойдем по центру походим. Погуляем. Сильное ветрище. Нам не повезло с погодой. Ну, везде все открыто. Если что, зайдем в какие-нибудь кафешки, магазинчики. Куда-нибудь зайдем, посидим, погреемся. Дальше пойдем. Ребят, смотрите с этой стороны, какая красота. Сейчас я отойду сюда, а то я стою на самой середине. Саш, смотри, какая красота, обалдеть. Очень красивый. Ну, ветрище я тебе дам. Зима зимой. Еще снега не хватает. Только было пару дней назад 30 градусов. Цак! И сразу 8. Сегодня, ну, сегодня 8 градусов всего. Так что вот так. Слушай, надо было шарф одеть. Что-то я не думала даже, что так холодно будет. Смотри, люди в шапках ходят. Но хорошо, у нас капюшоны есть. Мы капюшоны одели и поперли. Да, Саша? Подожди, здесь один, или вон тот, один есть кривой дом, который наклонен 10 градусов, и сейчас в нем отель, а раньше был, знаешь что, в келлере там они, как рыбаки, рыбу, которую ловили, держали. Короче, я уже точно так не помню. Ой, тут тепло. Ну, такая улочка. Здесь еще где-то есть это памятник, который мясник и еще один, короче. Забыла. Ну, когда подойду к памятнику, вспомню. А вот эта птичка, это символ города. Да. И, кстати, эта птичка, это воробей. Он есть в этой даже... Ну, не знаю почему. В церкви есть. Он сидит с этой, знаешь, в церкви должен быть. Если найдешь, покажешь мне. Он должен во рту вот эту щепку держать. Веточка такая, да. Я его вам засниму. Это старый город Ульм. Да, ну как Ульм, да. А через речку, да, там Ной Ульм. И здесь еще одна земля, мы в Баден-Вюртенберг, да. А там Баян. Сейчас мы гуляем по Баден-Вюртенберг, по нашей земле. А если пойдем в Ной Ульм, да. Кинал. Классно, да? Такие старые домики. Вообще, ребята, классно. Смотрите, какая красота. Здание, архитектура домов и все. Вот это мне очень нравится. Ходить, рассматривать. Да? А что, дождик такой идет? Смотрите, подошли. Та-та-та-та-та. Смотрите, подошли к магазину. Кольца продают. Красота, красота. Ты
такие домики, да, шикарные. Старенькие. Короче, ребята, если кому интересно про этот город, откройте интернет. Я вышел в интернет с таким вопросом. О, прочитайте. Нет, очень-очень интересно. Я смотрела, читала про этот город. Классно очень. Ну вот просто я сейчас, когда мы ходим, по нему гуляем, и я вот вспоминаю, я смотрела про него. Про этот город. Мы все собирались как-то поехать, то передумаем, то в другую сторону поедем, то еще что-нибудь. А тут один раз собрались, и погода такая. Погода такая, ну. Смотри, какие у людей балконы. Прям в центре города открытые, да, в доме. Бикерайки на каждом углу. Ну, кондитерская, или как она называется, булочная по-русски. Короче, сесть, кофеек попить, перекусить везде можно. Ну. Так, что-то мы не в ту сторону пошли. Там мне больше нравилось. Здесь уже такое более современное. Магазинчики вот такие. А? Вообще очень интересный город. Ну вот сейчас будем где ходить, увижу, что вспоминать. Буду вам рассказывать, что я знаю. А, кстати, на этот... В этом соборе можно на самую вышку подняться, я же говорила. И там билет 5 евро стоит. Но что-то так сильно холодно и ветрено, не знаю. Да-да, ну, посмотрим, погуляем. И там, ну как, оттуда, конечно, с высоты можно весь штат как на ладони увидеть, посмотреть везде все. Угу. Вот эти арки мне тут что-то тоже знакомые. Тоже про них что-то читала. А, еще знаешь, что есть? Гибойда. Тоже в центре, где их бюргомастер там или кто выходит каждый год и речь там толкает, короче. Да, сельский совет. И в этом сельском совете раньше была внизу в келлере. У них там тюрьма была. Сейчас я тебе покажу, в каком здании. Если мы туда дойдем, найдем. Смотри, какой дом, да? 1594 года. Ребят, прикиньте. Угу. Я думал, 1470. Да. Смотри, здесь иконы продают и все. И игрушки. Просто вот приехали побродить по городу. Ага. Такую чашку кофе как выпил. Угу. И потом месяц спать не буду. Эспрессо, да? И все. Помер сразу. Смотрите, какой дом. Интересно. Ну давай, я не знаю, что. Я-то с камерой хожу, а ты вот фотографии не делаешь. Видите? Вспомнил про фотографии. Смотрите. Магазин вино продают. Свибель кухон продают.
Это луковый пирог.